Давай выше. Как ты? Я? Да. Устроилась. Вот что-то я на тебя смотрю, я понимаю, что уже лицо у тебя поменялось сейчас, но ты была вот буквально 5 секунд назад можно вот завести, так. Да, можно кнопочка. Он. А я вот так завожусь. Меня сегодня все целуют. Все. Ну давай, рассказывай. Понятно, нокаут, понятно. Это реально нокаут, то, что сейчас произошло или нет? Ну, исходя из слова, нокаут. Как-то выбрасывает, когда улетаешь. Я пока Ring. Не могу осознать это. Я пока не могу осознать. Я так была счастлива на сцене, правда. Я прям вот вообще, я вот вся вот изнутри наружу. Я так долго это готовила, так хотела сделать этот номер. И вот когда публика стала реагировать, все стало получаться. Вот на сцене я это прям чувствовала, впитывала, впитывала всю энергию зала и обратно отдавала, отдавала. У меня сейчас, знаете, сколько всего, сколько эмоций. Я понимаю. Я люблю весь мир сейчас. Это очень приятно слышать, потому что нет вот обиды какой-то и вот слезы там. Это очень хорошо. Я дома приду и буду плакать. Но не здесь. Нет. Но не здесь. Нет. Здесь улыбайся и скажи, да. Вот тебе подарок. Спасибо. От моего друга. Ты мой родной. Да, это мой не надо плакать. Ну что ж, я могу тебе сказать, что это было очень круто. Я смотрел, спасибо. Я слушал, это было очень круто. Ты профессионал. Знаете, этот проект, он еще больше, больше мне прям уверенности, желания еще дальше продолжать. Мне хочется прям не уходить со сцены никогда. На ней жить, спать, есть, все вот быть на сцене прям. Вот что делает проект «Голос» с людьми. Ну что ж, да. Это проект «Голос», Первый канал, и всех мы. Всех люблю, всех обнимаю. Ура, друзья! Ну что ж, удачи тебе! Наконец-то!